охрана! Тебе охранять надо лесу! Че ты ругаешься, ты, блин? А ты не ругаешь? Я ругаюсь! Нет, не понимаю, что... Охрана! Это делает... Ты крадешь деревья, какая охрана? Все на обороне. Лес, магазин. Магазин, держи. На обороне. А ты чем отгораживаешь? Ну как, это мне мешает. Выйдите, пожалуйста. Можно я открываю? Прислали блокбазу какие-то, урок каких-то, харьковчан прогонять. Что это за беспредел? Это что, ГЕПа так распорядился? Это ГЕПа так распорядился? Это на пёрстке харьковчан гоняют, товарищ милиционер. Тут должны быть щит и так далее. Щиты есть на входах. Не на пёрстке. Других документов у них нету. Вот выйдите за территорию. У них документы есть, что они крутили на пёрстке. Можно Горького выйти, че что? Строительная площадка. Это не строительная площадка. Где документы? Где? Где паркан? Где паркан? Я не повышаю, я так размовляю. Какие-то люди пришли, что-то натягивают. Кто это за люди? Какие у них документы есть? На спил, на натяжки. Что? Этот, блин, мужик жопу показывал всему Харькову пальцем, матом, с палкой бросался. Это урки, это криминалитет. Они здесь будут расфасовывать кокаин потом. Да. Вашим же детям. И твоим. Вот да, и моим тоже. Вот он поддакивает. Это что, миллионы людей померли, померли в гулагах вот за этих урок? Это что, Напёрстков в Харьков выбирал? Товарищ подполковник. Вот ваш парк Горького, дорогие харьковчане. Неизвестное направление. Барсеточникам уходят. И до ГЕПы. Не кричи, не кричи, Вас. Так нету документов, нету документов. Где накладные на вывоз? Сапронов расширяется за счет лохов и за счет харьковчан. Это кража лесопарка. Это работа, кража лесопарка. В чем ты помог бы? В чем помогать? Воровать лесопарк для Сапронова? Для кого? Для ГЕПа или для Сапронова? Мы бы тебе налили, как обычно. Да я не пью. Что, завязал уже? Да я не пил никогда. Ты же забыл, когда мы пили с тобой или что? Когда? Вчера? Да вчера мы не пили. Да то ты перепил-то какого-то этого, шнапса непонятного. Когда здесь машины уже останавливал. Да тут ты перепутал. Когда мы с тобой сидели выпивали. Да ты перепутал. Или ты понты гонишь? Женечка, давайте отойдем, давай, будем там общаться. О, нормально, муниципальная, в футболках муниципальная охрана. Криминалитет Харькова. Криминалитет Харькова. Нападает на харьковчан. Криминалитет Харькова нападает на харьковчан, на общественность Харькова. У вас удостоверение имеется? Где удостоверение? Где удостоверение? В каком государстве не воруют деловую древесину в центре Харькова? В правовом государстве не воруют древесину в муниципальной собственности всех харьковчан.
Давайте нам документы. Ты что, должен ходить? Муниципальное предприятие должно обрезать сухие ветки, а не воровать деловую древесину. Вы обязаны предоставить. Вы хотите ГАИ, вызовите ГАИ. Пусть водители... ГАИ уже вызывают. Ваши обязанности, молодые люди, какие наши охраны? Будет прежде всего защита коммунальной собственности. Защита, а не воровство этой коммунальной собственности. А вы сейчас покрываете воровство коммунальной собственности. Вы покрыли вырубку коммунальной собственности. Договор сейчас парка. Ну. На охрану данного объекта. Какого объекта? Так охраняете. Так вы же его не охраняете. Вы его воруете. Вы объект этот воруете. Вы его не охраняете. Вы подчиняетесь муниципалитету. Я совершенно в уставе вас сказано, что охрана муниципалитета. Мы много разговариваем. Вы запрещаете харьковчанам говорить правду, да? Мы разговариваем столько, сколько нужно. Столько, вы просто препятствуете работе. Ровно столько. Мы препятствуем краже муниципальной собственности, вывоза ее и продажи с целью наживы. Вася, давно ты перестал красть? С целью наживы. Что значит бывший барсеточник? Ты не бывший барсеточник? А почему ты людей оскорбляешь? Я не оскорбляю, это ты оскорбляешь. Или ты просто невежливый? Нас, и теперь пытаешься провоцировать. Или ты невежливый просто? Что я невежливый? Я вежливый. Ты в школе не учился, да? Не учил. А зачем ты включаешь камеру? Показать документы нам. Позди, Дмитрий Юрьевич. Ну так это как кража просто получается. Вам никто ничего на не должен. А кому вы должны показывать? Соответствующим органам согласно запроса. А соответствующий орган харьковчанин не является органом? Не является. Он не является властителем, он не является хозяином муниципальной собственности. Мое. Насчет этого. То есть харьковчанин никто, да, в Харькове? Он не является хозяином муниципальной своей собственности. Меня никто, например, не спрашивал. Как и у всех. То есть ему не нужно показывать харьковчанину документы? За полуторамиллионный город 10 человек решают вот это вот. Вы пытаетесь записать меня как бы на камеру, на свои вопросы. Во-первых, вы показываете. Милиция делала запросы. На месте должны быть документы. То, что мы видели на 96 дней. Ну, в общем-то. Вот это пропало. Так, прекращать! Алло, милиция! Что это за хуйня? Что это за херня? Алло, охрана, слышишь, ты что? Милиция! Прекращай! Все, хорошо. Андрей, ты что? Прекращай, говорю! Андрей, алло! Прекращайте, говорю! Прекратили, блин! Ты что, отвору? Что это? Ору! Андрей, в чем дело, Андрей? Да это чмо его ударило, блин! Хватит, все, прекратили! Я говорю, я тебя... Ты что его бил? Видишь, ты знаешь, ты бил. Ну ты что, я викликав співробітників ДАІ. Зрозуміло? Я вже викликав. Поки вони не приїдуть, я звідси не піду. А що ти боїшся? Дивись.
Андрей, что ты выясняешь? Ты дерешься? Андрей, ты же активист. Что... Да потому что он втихаря его долбанул. Не трогай тебя. Руки убери. Потому что он влагу долбанул его. Руки убери от меня. Втихаря. Руки убери от меня. Руки убери. Что ты на людей кидаешь? Установите, да, прекратите бросаться на него. Да потому что этот молодой втихаря его долбанул. Установите особу цієї людини. Я свідок. Він бывший на Стаканов Андрій. Ви зараз будете виконувати закон України про міліцію? Я не даю прес-конференцію. Я під камеру прес-конференцію. Нам потрібно подати на нього заяву. Скаргу в суд нам потрібно подавати. Встановіть особу цієї людини. Я вас беру. Кто у нас устанавливает звание? Вы охраняете бандитов. Бандит? Все раз повторю. Так оглянись, мужчина, оглянись. Оглянись, выпучи глаза, что вывозят. Деловую древесину. С парка Горького вывозят. Эксперт большой. Я эксперт, да. Эксперт. Вы будете устанавливать звание? Да, вы написали заявление. Вы хотите повторно написать? Вы меня чуете? Вы меня чуете? А вы меня чуете? А вы меня чуете? Я вас чую. На какого злочина? Він побивши на людину. Це хуліганство, як мінімум. Людина вернулась з заявою. Проводимо перевірку. Вам потрібно направлення на експертизу. Шановні, чергову частину звертайтеся. Ще питання. Я не ведмог. Не считайте, что человек, который нападает, ну, ведь надо задерживать. Он не нападает, он на работе. Он побыв. Люди на работе. В исполнении своей работы. Я вас предварительно попереджаю про это. По недопущению, куча нарушений общественного порядка. И не отворачивайтесь со мной, когда с вами разговаривать. Человек вас. Мы не приедем спілкуватися. Вы порушите закон Украины про милицию. Вы понимаете, что вы порушуете? Саме так. Ви відмовляєте затримати злочинця. Ви відмовляєте. Ви відмовляєте. Затримайте, будь ласка, злочинця. Пусть його хоче затримати. Він вас не бив, шановний. Я свідок, я можу засвідчити. Це як мінімум легкі тілесні ушкодження. Затримайте, будь ласка, злочинця на місці злочину. Просто я до вас звертаюся, як громадянин України. Ви вважаєте його злочинцем? Я вважаю, це людина, яка побила заяву. А ви не вважаєте людину? Не потрібно мені отак от руками робити перед обличчям. Вона це нервує. Шановні. Заяву ми обов'язково написали. Відмовились на написання заяви. На смутній формі заяви. А бездійство? Яка стаття бездійство? Вимагають від мене якісь дії. Андрій, хто не відмовляє? Тоді написати треба. Вернулися до міліції в усій формі. Ми маємо на це право. Заяву міліції, я думаю, доблять на цій. А бездійство? Ні, ну в усій.